В номере баня стоит. Здесь моечка с ведром и венчик запаренный. Вот такая вот парная, ширина, наверное, где-то 2,20-2,30 и длину, наверное, 1,5 метра. Абажуры, ну, все как положено, за спиной расположены, в глаза свет не светит. Вентиляция интересная, конечно, так расположена. Работает. Хорошо достаточно сосет воздух. Решеточки. Ага, вот съемные на крючках висят. Светильник. Так, этот провод странный. Мало ли, может, датчик какой-то висел. Светильники, кстати, правильно сделаны, к ним не идет проводка, значит, проводка внутри и заходит прямо в светильник. Это, кстати, очень правильно, когда поверху провода идут и заходят они сбоку в светильник, это не очень правильно, потому что у этого светильника степень защиты не IP, там 67, которую можно поливать водой, а если это баня, то сами понимаете. Вот здесь вот, если вода попадает прямо на светильник, не то что она расколется, а просто по проводам может попасть внутрь. Теперь про печку. Печка Ферингер. Я не знаю, как эта модель называется. У меня не было никогда печки такой. Вот решили здесь попробовать, попариться. Не горит она уже точно с 12 часов ночи. Она уже точно не горела. Сейчас я это только что разжег. Кстати, разжигал. Это особая история. Я, наверное, минут 10-15 горелкой вот этой. Ну, 10 точно. Непрерывно шпарил. То есть дрова сухие. Вот так, наверное, не слышно. Вот. Это они прям реально, они аж звенят. Вот. Не знаю, то ли у меня руки такие кривые, то ли она так разжигает странно. Ну, в общем, вот, имеем, что имеем. Почему разжег? Потому что, я так понимаю, пар бы она не выдала. А, потому что, ну, 3 часа она не топится точно. Вот, но жара здесь стоит приличная. Мне кажется, градусов 50 здесь точно есть. Пол шпарит, нога аж еле терпит. То есть, тут такая приличная температурка от пола идет. Кажется, половина. Оттуда и есть тепла. Ну, Каменка выдает. Пусть, конечно, не сильно. Ну, все. Нет, идет порог хороший. Интересно. Это вот 3 часа печка точно не топилась. Потому что я сюда где-то в 12 заходил, и пламя уже не было. Почему решили попробовать потопить? Потому что я на такой печке не пробовал. Сейчас попарюсь и свои впечатления озвучим. Что могу сказать после парения? Попарился с этой печкой в этой баньке. Так-то, я думаю, по объему печка как раз сюда подходит. Но для меня немножко суховато получилось. Уж не знаю почему. То есть, может, это пол все пересушил. Может, долго то, что стояла печка, то есть вагонка, может, пересушена. Вагонку не увлажнял. Так попытался, ну, позаливать Каменку. В общем, но что могу сказать про Каменку? Вот сюда я влил вот этот вот тазик. Причем, да, воды где-то примерно столько же было. То есть, я так полагаю, здесь, наверное, 3 литра точно есть. То есть, может, и побольше. Печка не горела. И как только она разгорелась, я туда влил вот этот вот ковш практически сразу. То есть воронку я повертел. Почему-то здесь, правда, ручки нет, видать, уже кто-то отсоединил. И она скушала с удовольствием вот этот вот тазик воды. Единственное, конечно, вот водичка чуть-чуть мимо еще пролилась. Но я здесь думаю, стакана 2, может, пролилась. Как бы не попала саму Каменку, то есть по кожуху, внутри стекло и
вытекла он под печкой. То есть где-то она в какой-то из своих секций она подзахлебнулась, видать. Но все равно выдавала пар. Так, вот, кстати, я попарился не так давно. Это интересно. Ну вот, лист сухой. То есть минут 5 прошло после парения. Все с другой стороны лежит. Здесь мокрые все листы. Вот такая вот история. Вот центр вверх уже весь высох, видно вот. То есть, значит, мне не просто кажется, значит, она реально. Слушай, тут просто из градусников вот такой вот, условно. То есть, ну, примерно вот тут вот нравится кому. Кому как нравится, видимо, тот так выставляет. Вот, сейчас попробую еще позаливать. Так-то печка, в принципе, интересная. Я думаю, все-таки у меня... Вон она. Ест. Ест и ест. Сейчас я попробую... Попробую сейчас дверь закрыть, еще раз поднакидать, попариться еще раз. Я еще разочек попарился, окунулся. Кстати, вот я что заметил, очень интересно, продумано, молодцы. Сауна, баня, напротив душевая, то есть мокрая зона. В принципе, все, в остальной номер ничего не тащится. Это как бы плюс. Туалет даже вот уже отдельно стоит. Не знаю, что это за дверь, она закрытая. Может, к соседям вход. Так, ну что я скажу. Впендюрил я туда еще полтазика. Она его ест. Я закрыл даже окошки, чтобы уменьшить горение. Ну, для меня все-таки суховато. Может, я, конечно, не понял эту печку. Напишите в комментариях, если что-то делал не так. Может быть, какие-то премудрости есть. Вот она и в каменке ест с удовольствием. Но я туда в основном не лил, но все равно мелкодисперсный пар, его не видно даже. И плитка, кстати, интересная тоже такая. Красиво сделана. Дизайнерски, конечно, красивая. Печка красивая. На камеру она окажется не совсем... Тут освещение просто такое, а вообще у нее как бы такая покраска очень интересная, но характерная для Херингера. Сейчас попробую влить остальное. Вот она чавкает и даже вроде как не думает. Для меня, повторюсь, жарковато. То есть слишком сухая. То есть вроде бы поднимаешь влажность, ну и соответственно температура растет. Тяжело очень. Ну вот, два тазика она съела. Три полежка. Даже, наверное, наполовину не прогорели. Ну да, практически целые. Но вот опять же, я вот здесь вот стою. У меня вот здесь вот нога в воде. Она еле терпит. То есть тут пол просто жесточайше топит. Мне кажется, тут 50% температура это точно от пола. Ну, в общем, вот такой вот такая вот баня в номере. В принципе, для отдыха, я думаю, вполне достаточно. Тут полочек больше к сауне подходит для сидящих. Попарить тут, наверное, не очень удобно будет. То есть подойти на 5 досок, то есть почти что 50 сантиметров, то есть до полка второго, до туда вообще нереально дотянуться. То есть, ну, для парения не очень удобно. Вот, ну, пишите в комментах, если что-то я делал не так, может, какие-то премудрости, прихитрости есть с этой печкой.